Привет, это Денис, кратко про Албанию. И еще пару слов про досуг в Албании. Да, Албания страна прибрежная, но, друзья, не только на море и в ресторанах можно интересно проводить время. Например, сейчас в Албании набирают обороты вот такие агрофермы, можете вот увидеть, да? Страна-то аграрная, и такие фермы, они обычно располагаются за городом, в сельской черте, то есть посреди коров, пастбищ, оливковых полей, пчел. Владельцы таких агроферм что-то выращивают. На территории этих участков стоят огороды и парники. Ну, как, например, вот этот. И здесь они выращивают лучок, петрушку, картошечку и прочие вкусности. И в Албании при таких агрофермах обычно есть небольшой ресторанчик, где можно попробовать блюдо с тем, что здесь выросло. Это очень приятно. Также для тех, кто будет приезжать в агрофермы с детьми, есть такая интересная опция, как животные на территории агроферм. Они издают разные звуки, мычат, хрюкают, кудахтают. То есть это козы, лошади, всякие коровы, индюки, поросята. Да, есть вот такие вот рогатые животные. На территории агроферм есть импровизированные детские площадки. И вы знаете, это бывает очень-очень важно. Если у вас есть дети, то, ну, полагаю, вы поймете, о чем я говорю. То есть можно здесь их оставить, а самим насладиться местным колоритом, с хорошим видом и в спокойной сельской обстановке. В общем, друзья, такой вид вот такого сельского аграрного отдыха у нас тоже есть в Албании. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь. Ну и по традиции подписывайтесь, ставьте лайк и успехов!